Ты должен был явиться к 10:00, солдат! Сержант, но я не солдат. Теперь солдат! Смирно! Да, сэр. Не слышу, МакКвин! Да, сэр! Так-то лучше, солдат. В общем так, Док сказал, тебя нужно погонять по полосе препятствий. И я с ним совершенно согласен. Ну все, теперь ты в армии, так что упал, завелся и прощай, асфальт. Пошел! Ну сколько можно? О, я не выдержу. Что за слюнтяи? Смотреть противно. Где ваши лошадиные силы? Ну что за условия? Вы с асфальта-то хоть раз съезжали? Окунитесь в эту грязь. Попробуйте ее на вкус. Так, первое задание. Пройти полосу хорошим темпом и преодолеть все препятствия. Не халтурить. Ты сюда не отдыхать приехал. Без халтуры. Быстрее быстрого! Хорошо. Последний тест потребует от тебя предельного напряжения. Мне нужна мощь! Мне нужна концентрация! Мне нужна скорость, мастерство и выносливость! Ага. А мне холодный душ. Вперед! Добрый день, с вами снова Мэтр. И как видите, наш новый стадион уже почти готов. Осталось мне только накопить денег на билет. Если повезет, возьму билет на VIP-трибуну. Мэтр, ты же в моей команде. Для тебя вход бесплатный. Правда? Спасибо, друг. Итак, наш международный чемпионат в самом разгаре, и нас ждут очень интересные события. Вообще-то, Хиро пришел к нам из мира дрифтовых гонок. На первый взгляд, эти гонки не имеют с нашими ничего общего, но это не так. Это точно? А вот если я хожу без билета, может, для меня и буфет бесплатно? Да, конечно. Так вот, о гонках.
Дрифтинг – это само воплощение мастерства, стиля и красоты. Можно выучить технические приемы, но если это некрасиво, уже не то. Да ведь? Слушай, я правильно понял? Даже если сегодня нет гонки, я все равно могу войти и заглянуть в буфет. Точно. Хоть весь его домой отбуксуй. Ну что ж, скажем спасибо Молнии Маккуину за то, что он уделил время для нашей беседы. Братцы, у меня буфет на халяву. Рад был помочь. Разок за дамочкой. Ух ты! Повнимательнее нужно быть. Вот это я понимаю. Сотрудничество. О других тоже подумай. Только не хватало.
Ого! Я выиграл!